Хансона. Хорошо, что я тебя перехватил. Помнишь теракт, который по тебе прошелся? Шутника я себе строишь. Да блин, чего я несу? Помнишь, конечно. Чего-то я явно не в форме. Летел сюда со всех ног и... Чан, давай ближе к делу. Хорошо. Помнишь ту испорченную запись со станции? Ту искаженную картинку, что указала на КПА? И что с ней? Там на станции Ружечка работает женщина. Она пыталась связаться с Интерполом. Говорит, у нее есть информация по записям с камер слежения. Вроде бы может встретиться и рассказать. Вот о таких вещах хотелось бы узнавать заранее. И что насчет этого сказал Миллер? Миллер ничего не сказал. Я с ним об этом не разговаривал пока. Утаиваем информацию от начальства, чем? А то они многое нам сообщают. Эта женщина, она была очень нервной. Если она знает, кто террорист, Дженсен... Тебе бы встретиться с ней побыстрее, пока ее не перехватил кто-то еще. Где она? Она ждет в переулке на улице Штур. Ее зовут Павла Килманович. Хорошо, посмотрим, что ей известно. Павла Килманович? Сакра, вы аугментированный. Я не думала, что они пришлют... Да, это я. Вы из Интерпола? В данный момент да. Мне сказали, у вас есть информация о теракте на станции. Да. Нет. Может быть. Я там работаю. На станции Ружечка, в отделе внутреннего наблюдения. Меня там не было, когда взорвались бомбы. Смена еще не началась. Но я уже шла на работу и услышала... И все равно туда пошла. Убедиться, что мои коллеги... Все было полностью разрушено. Я знаю, я там был. Не торопитесь. Было ужасно. Вокруг сплошной хаос. Когда явился тот человек из Тарваса, у меня в голове была каша. Тарвас? Частная охранная фирма? Он сказал, что проводит расследование. И я ему поверила. И дала ему код к серверной. Я понимаю, что не должна была этого делать, но он был похож на полицейского, и я... Он как-то испортил записи. Как он выглядел? Он назвал свое имя? Нет, он не представился. Скажу вам честно, когда я вижу человека в форме, я уже не приглядываюсь. Он был похож на солдата. На солдата британца. У него был заметный акцент. Да. Откуда вы знаете? Я долго служил в полиции. Когда после взрывов появился этот британский солдат из Тарваса? Я не помню. До приезда полиции. Я рассказала вам все, что знаю. А теперь уходите. Все хорошо. У нас просто дружеский разговор. Я вижу, вы чем-то напуганы, но я не из полиции. Ничто из того, что вы скажете, не будет использовано против вас. Я подумала... Все хорошо. Продолжайте. Я подумала, он просто делает копию. Для протокола. Но когда приехали настоящие полицейские, он схватил меня и сунул мне кредитный чип. Там достаточно средств, чтобы помочь многим жертвам теракта. Моим коллегам. Но они его не взяли. Сказали, чтобы я позвонила в Интерпол. Так вот, почему вы не связались с нами раньше. Он вас подкупил. Теперь вы меня арестуете. Я вам уже говорил, я не из полиции. Надеюсь, вы вспомните что-нибудь еще, если я вас отпущу. Я рассказала вам все, что знаю. Но если что-то вспомню, то свяжусь с Интерполом. Спасибо. Чан, я поговорил с Павлой Килманович. Выходит, что кто-то из Тарваса добрался до сервера с записями с Ружечки раньше полиции. Тарвас? Что? Ты считаешь, они испортили запись? Но зачем? Зачем это им, Дженсен? В смысле, я ж не могу просто им позвонить и спросить. Спрашивать буду я.
У них же есть представительство в Праге, да? Да, на узловой станции. Это станция метро. Я тебе сообщу, если что-то узнаю. Погоди, Дженсен. Узловая станция закрыта. Пока нет информации, почему. Но я сейчас применю свою магию. Есть! Открыл тебе доступ в поезд. Теперь должен доехать без проблем. Сюда нельзя. Здесь поезда не останавливаются. Я из Интерпола. Мне надо поговорить с кем-нибудь из руководства Тарваса. Прошу прощения, но у нас сообщение о бомбе снаружи. Мой лейтенант дал приказ никого не пропускать. Каждый вправе либо уйти, либо ждать, когда все прояснится. А я стою на посту. Хорошо сработал с поездом, Чан. Но у нас тут новая проблема. Все закрыто из-за страха перед террористами. Значит, я не смогу заняться Тарвасом. Есть еще один путь. Я уже бывал в этом офисе. Посередине здания есть зона доступа, соединенная со станцией. Но если ты ей воспользуешься... Я вломлюсь в офис охраны фирмы. Как думаешь, мне спасибо скажут, если я найду брешь в их защите? Ха, наверное, нет. И особенно, если они пытаются скрыть свои связи с КПА. Свяжемся, когда доберусь до их командного центра. Отбой. Закрытие уже официальная миссия. Служебное оповещение. Метро было с безопасных důvodů uzavřeno. Postup evakuačních pokynů staničních osob. Za komplikace se hluboce omlouvám. Пожалуйста, выполняйте инструкции работников станции или офицеров Тарваса, ответственных за эвакуацию. Приносим наши извинения. Podle evakuačních pokynů staniční obsluhy či důstojníků Tarvosu. Za komplikace se hluboce omlouvám. Vnímání, stance zakrývají se po sávražení.
просим наши извинения. Внимание всех сотрудников, чьи дети посещают детство. В связи с введенным режимом изоляции, все дети переведены в безопасное убежище с возникшими вопросами. Что такое? До этого небольшого музыкального перерыва мы обсуждали кое-что серьезное. Итак, продолжим, пожалуй. Итак, Шариф Индастрис обанкротилась, и у них не считают. Что я могу сказать? Это полная катастрофа. Ну, конечно, мы никак не можем повлиять на корпорации. Но сейчас получается, что мы просто стоим и смотрим, как биотехнологическая компания и как амплитуда движения. Отлично. Мне очень нравится. Моторы намного лучше, чем в прошлой модели. Так и должно быть. Они полностью переделали балансир и скорректировали ручное управление. А ну-ка пройдись. Давай испытаем его маневренность. Поломку под машину. Надеемся, завтра ее отремонтируют.
Расслабься. Мы выполняли приказ. Мы не сделали ничего плохого. Да, а если он все-таки напортачил? Мы сами не знали, что он там делает. Все. Внимание. Напоминаю, что тренажерный зал закрыт для Чан, я в командном центре. Очень вовремя. Мисс Килманович снова звонила. Сказала, у парня из Тарваса было какое-то навороченное устройство. Вроде тех, на которые нужен запрос по имейлу и разрешение лейтенанта. То есть приказ могли отдать на самом верху. Посмотрю, что удастся обнаружить в кабинете лейтенанта. Его зовут Уитакер. Если я не ошибаюсь, его кабинет в мезонине. Господа! Идеальное решение наших проблем. Доктор Кристиан, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. С вами Элиза Казан, в прямом эфире на Big News. Big News. Мировой лидер честных, полных и беспристрастных новостей. Мы освещаем события со всего земного шара. Самая свежая информация. Инвесторы по всему миру сегодня ликуют. Чешская республика одобрила проект расширения пражской корпорации «Фрилисы». Попали в мой кабинет. Я из Интерпола. У нас есть основания полагать, что кто-то из сотрудников частной охраны компании Тарвас подделал улики на станции Ружечка сразу после теракта. Вам, конечно, об этом ничего не известно, как я понимаю. Интерпол? Вы о чем, черт возьми, говорите? Как вообще можно обвинять Тарвас в сотрудничестве с террористами? Я ни в чем не обвиняю Тарвас. Пока не обвиняю. Я пришел неофициально, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию. Наверное,
Я должен быть вам признателен, но мы занимаемся безопасностью, агент, а не сокрытием улик. Послушайте, лейтенант, вы либо придерживаетесь политики фирмы, либо что-то скрываете. В любом случае, произошел теракт, Интерпол проводит расследование. Посодействуйте мне, и я обещаю, что если в этом замешан кто-то из ваших сотрудников, я приложу все усилия, чтобы ситуация не обернулась к худшему. Очень великодушно с вашей стороны. Но я уже вам сказал, что ничего не скрываю. Нельзя просто врываться сюда, когда у нас чрезвычайная ситуация, и сыпать обвинениями. А теперь уходите тем же путем, что пришли. И да, агент, если вы еще раз придете сюда без разрешения и без фактических доказательств правонарушений, я вас лично отправлю на тот свет. Я ясно выразился? Может быть, я заявился к вам без приглашения, лейтенант, но судя по вашему поведению, вы чувствуете за собой вину. Если тут кто и виновен, так это вы! В незаконном проникновении! Вот же сволочь! Вы не... Тревога! Чан, поговорить с Уитакером — это не вариант. Я обыщу его кабинет. Может, что-нибудь и найду. Ладно, Дженсен. Зафиксировано, Адам. Доступ разрешен. Помните, что действует режим изоляции. Это не учебная тревога. Когда полиция узнает, что это был Иван, они придут за мной. Это можно поправить. Мы уже прикрывали записи. Что? Если они еще не добрались до записи со станционных камер. Мне надо идти. Надо все сделать прямо сейчас. Я тебе позвоню, Мэл. Обещаю. Чан, сделай так, чтобы для меня был поезд на узловой станции. Ты выяснил, кто испортил запись? Я узнал куда больше. Расскажу тебе все подробно, когда доберусь до штаба. Они мечтают снова почувствовать себя в безопасности. Это является основой идеи акта,
восстановлении человечества. Вот так, друзья. Судя по всему, резолюция ООН номер 3507 идеальна. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. С вами Элита в прямом эфире на Big News. Big News. Мировой внимание. Приносим извинения за поломку в контрольщике. Надеемся завтра и главное. Станция закрывается по соображениям безопасности. Пожалуйста, выполняйте инструкции работников станции или офицеров ТАРПа за ответственность за эвакуацию. Приносим наши извинения. Быстро ты справился. Дженсен, черт, не тяни резину. Кто террорист? И при чем тут Тарвас? Я нашел запись разговора Уитакера с сестрой. Ее мужа недавно завербовали в КПА. Это он устроил взрыв. Похоже, при этом он был просто пешкой и легко поддался чьему-то влиянию. В общем, лейтенант испортил записи с камер, чтобы защитить свою сестру от возможных негативных последствий. Неплохо, Дженсен. У тебя были проблемы? Есть сообщение о взломе в Тарвасе. Тарвас не просто так называют лучшей в мире частной охранной фирмой.